Здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас такая некая бонусная серия по первым двум частям Red Ball. Короче, я там говорил, что в первой, что во второй части есть 5, по 5 бонусных уровней. И там я не имел возможности в них поиграть, и я тогда еще не знал, можно ли вообще в 2024 году это сделать. Как выяснилось, можно. Я нашел целый архив с SWF файлами, ну, которые запускаются через эмулятор флешплеера, который вот я сейчас и использую, где не только как бы игры сами есть, все четыре Red Ball, все четыре части, там есть еще Red Blue Ball, еще какие-то модификации, какие-то очень странные, мне они не понравились, но тем не менее они есть. Короче, ссылочка на архив со всем содержимым будет в описании. Я очень надеюсь, что не забуду вставить. Надо обязательно не забыть. И, короче, если захотите, можете глянуть, посмотреть, поиграть. Короче, начнем с первого Red Ball. Собственно, оригинальная менюшка выглядит так. Та на том сайте, на котором мы играли, там была только одна кнопка Play. И там был, собственно, внизу логотип сайта еще. Собственно, вот тут уже открыто все, кстати, я смотрю. И 12 уровень здесь называется не Last Level, а Sleep Slope. Sleep Slope. Потому что Last Level теперь у нас вот этот, 17. Собственно, начинаем с 13. Я вот помню, прекрасно уже говорил как раз таки в том выпуске, что помню вот этот со звездами уровень. Еще вот, вот мини-маркет, пожалуйста. Ну и тут, короче, давайте-ка смотреть. Пакмен. Действительно похож на Пакмена, только он красный. Ой, блин. Внизу у нас тут время еще отображается. Ой, блин. Так, ну я так понимаю, надо вверх подняться у нас. И, кстати говоря, я узнал дату выхода всех частей Red Ball. Собственно, я ошибся по поводу того, что я познакомился в 2011 с Red Ball. На самом деле, в 2012, судя по всему. Потому что Red Ball 4, я же с него начал знакомиться с игрой. Вышел в 2012. Во флеш-браузерах сначала, уже только потом, позже на андроиде. Мы поиграем и в ту версию. Потому что первые три главы там есть в этом, во флеше, а последние две уже только на андроиде. Ну и на мобильных устройствах. А, я вспомнил, что тут надо делать. Первый и второй Red Ball вышел в 2009 году. Блин. Это пульта. 14 уровень называется. И, кстати говоря, как выяснилось мною, игра была сделана русскими разработчиками. Русским разработчиком, я подзабыл какое у него имя, но он из Саратова. Блин. Он из Саратова. И, собственно говоря, первые две части хитами особо не стали, но какую-то известность получили тоже. Потому что реально выглядит интересно достаточно. Да что ж такое, а? Вот эту музыку, тему игры, его жена автора то ли создала, то ли где-то нашла, не знаю. И я так полагаю, действительно, автор был, восхищался игрой Bones на телефонах Nokia и на ее основе, видимо, и сделал эту игру замечательную. Реально, все части, и как Red Ball 4 та же была сделана вот как раз таки под его руководством. Но там разные, но там у студии разные названия уже было. Вот так вот. А вот меня спрашивали в комментах, будет ли Red Ball 5 там. Ой, блин.
Вот все остальные игры, которые Red Bull 5, там всякие другие, а это они не входят в основную часть серии, и вот этот разработчик из Саратова не имеет никакого к ним отношения. Поэтому я сомневаюсь, что мы будем в играх. Ну, может быть, разве что глянуть, посмотреть немного. Так я их даже не играл никогда сам. Я играл в основные части серии. Самой известной частью, как я уже говорил, стала Red Bull 4. Третья тоже завоевала такую любовь среди людей. Первая и вторая особой популярностью не пользуются, но тоже, мне кажется, имеют место быть в индустрии игровой такой некоторой, простой. Опа, наконец-то получилось. Так, вот так вот. Опять этот красный враг некий появляется. А вот, собственно, уровень про магазинчик. Red Bull 1, кстати, выходил еще на айфонах. Ну, то есть на iOS, то есть на айпадах, айподах и айфонах. На Android не выходил. И, по-моему, там какие-то были еще уровни, которых не было в версии для браузеров. Вот так вот. Можем взять вот этот мешок, правда, ничего это нам не принесет. И едем вот в этой тележке, которую я уже перевернул. Случайно. Но все в порядке. Ну как так можно было не допрыгнуть, а? Такая вот тема. Забавная, прикольная. Поехали. Да, блин, Да, блин. Кирпичи, кстати, немножко Марио даже напоминать стали. Да чё он скакать-то? Чё она скакать-то начинает? Эй, не допрыгнул чуть-чуть. Физики ничего-то не хватает немного, правильно. Необходимый, вернее. Не знаю, насколько правильный. Нужный для прохождения уровня физики, видимо, может немножко не хватать. Опа! Во! Прошли уровень. Что у нас дальше? Шорткат. Так, кьют. Или... Не знаю, как правильно... Не помню, как правильно читается. В общем... Так, чекпоинт. Пам-пам-пам-пам. А, он возвращается еще. Твою ж ты налево. Да пошел ты нафиг. Оба! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Wrong way. Я вспомнил. Короче, этот уровень нас обдурачивает. Вот, теперь появилась стрелочка даже. Нам надо туда. Опа, и все, и прошли уровень. Все. Я помню, играл
Тоже помню, было такое, да. Можно было прям сразу в самом начале туда прыгнуть и прошли бы уровень. Это уровень, чтобы нас обдурачить. Ну ладно, я нисколько как бы не жалею, что сходил туда, зато показал, что там, что будет, если пойти туда. А вот последний уровень как раз таки с этими самыми звездами. Блин, ну и что делать теперь? А вот кнопка R, рестарт. The King. Собственно, первую и вторую часть была под фирмой The King сделана этим разработчиком, но под фирмой The King тогда она была сделана. Собственно, сайт The King уже давным-давно закрыт и не работает, как я уже говорил, проходя вторую часть. И, собственно, разблокировать эти бонусные уровни можно было, посетив сайт King, но сейчас это сделать нельзя. Но взломанные версии, так сказать, существуют. Можно все равно поиграть в эти уровни, когда я случайно упал. Пам-парам-пам-пам. Парарам-пам-парам-пам-пам-пам. Да что ж такое, а? Интересная же игра. Red Ball. Как же я люблю платформеры, подумал. Но всякие Red Ball 5, Red Ball 6 и какие-то там всякие другие, это все пародии, которые точно не сравнятся с оригиналами. Ни за что. Не смогут никогда повторить их успех. Хоть! Вот так вот прошли все уровни. И... А, все, в меню, короче, попали. Такие вот уровни были в этой игре. Замечательные уровни для первой игры. Очень даже хорошая игра получилась. Ну что ж, а теперь переходим ко второй части. Я даже не буду ставить на паузу. Я просто вот включу через меню. Так, ну какие-то ошибки еще вылезают. Так, я продолжить нажимаю. Так, скипаем интро, мы это все видели. Короче, здесь бонусные уровни у нас сразу доступны. Давайте нажмем на них. Короче, наш шарик уже в короне. Потому что мы, типа, прошли уже перед этим игру. Нужно собрать все звездочки, конечно же. Как же без них-то? Короче, здесь некоторые... Через некоторые места можно пройти, через некоторые нельзя. И вот тут, и вот так вот надо здесь решить вот эту вот задачку. Некую. Ну так, вот это было несложно. А вот этот уровень... Похожий уровень был среди оригинальных уровней, только там, наоборот, блоки исчезали, когда мы по ним ходим. А теперь тут, наоборот, строятся блоки. Уровень довольно сложен тем, что мы не видим, куда прыгать нужно. И будет ли под этим местом блок, или мы упадем в пропасть. Вот так. Но я надеюсь, мы удачно справимся с этим делом. Хорошо. Короче говоря, вот те, кто
говорят, что русские ни хрена не умеют делать. Вот, смотрите, пожалуйста, вот что русские умеют делать. Такие прикольные, простые, казалось бы, но увлекательные, прикольные игрушки умеют делать. Какой-то человек из Саратова сделал вон такой вот реально прикольный платформер. Даже с бонусами. Ну и в конце концов, недавно русские, если не ошибаюсь, вроде как действительно русские Atomic Heart сделали. Мой комп, правда, ни хрена его не потянет. Да и в целом игра мне сама не очень нравится. Какое-то там реально странное все очень. Вот этот уровень, здесь надо не просто собрать звезды, а еще и закатить вот этот шарик в ямку. Если мы без него, нам не засчитают. Напишут, что нужно обязательно шарик закатить в ямку. Только тогда уровень будет завершен. Ну, сейчас мы это сделаем. А без звезд нас примут? Скорее всего, не примут, но давайте все равно попробуем. Ничего не пишут, ну, потому что звезды не собрали. Мы когда мячик закатили в лунку, был звук как будто подобранной звезды. Короче, типа засчиталось, типа за это примерно как раз. Короче, вот прошли уровень тоже. Еще осталось два уровня. Здесь у нас что? Какие-то рисунки на каких-то кнопках. Что-то нам надо сделать. Ладно, смотрим, что там. А, я понял, что это такое. Мы сейчас код разгадаем от этих кнопок. Это квадрат, да? Квадратик, конечно. Квадратик, стрелочка вверх и загогулинка. Квадратик, стрелочка вверх и загогулинка. Квадратик, стрелочка вверх уже есть и загогулинка. Вот, открылась дверца. Да, вот, действительно, хороший уровень, мне понравился, хоть и короткий. Так, а здесь, а тут что делать надо? Флаг поймать надо или что? Ну-ка, давайте. Нет, это так не получится. Может, там платформы какие-то есть? Да, вот есть. На чем забираться. И нам надо, видимо, куда-то наверх. Вот, да. Ага, понятно. Надо как-то прыгнуть на большой флаг. Произошла какая-то ошибка, но мы прошли все равно это дело. Закрыть все. Red Blue Ball coming soon. Да, есть в этом архиве самом, о котором я говорил, Red Blue Balls, но выглядит она как-то там хуже, чем Red Bull 2. Фиговая. Графика там слишком сильно простая. Эту игру мы, может быть, тоже посмотрим. Я не знаю, официально вообще, не официально. Но я так полагаю, официально. В отдельном мы каком-нибудь выпуске, наверное, даже посмотрим. В общем, мы поиграли в бонусные уровни первого и второго Red Bull. В следующей серии сыграем в Red Bull 3. И выпуск по Red Bull 3 уже записан. Я его записывал еще тогда, когда не знал, как поиграть в бонусные уровни. Бонусные уровни первой и второй части. Я ее записал сразу же после того, как записал первую и вторую. Поэтому я там тоже не знал годы выхода игры и так далее. Но Red Bull 3 вышла в 2011. Я видео скажу, что я не знал. Она в 2011 вышла. Red Bull 4 в 2012.
На сегодня все. С вас и Господи, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.